Привет, друзья! Хочу рассказать вам про платформу Homed.net. Homed стремится обеспечить централизованное рыночное пространство для индустрии студенческого жилья. Универсальное решение с использованием блокчейна, AI, больших данных и интеллектуальных контрактов. Тем самым не используя неизведанный потенциал почти 6,23 миллионов студентов, обучающихся в США, Северной и Южной Европе, период с 2020 и по 2009 год. 2023 года переводит 900 миллионов евро. Итак, что же такое Home Token? Проект Home Token является первой в мире платформой, которая стремится демократизировать доступ и владение объектами, предназначенными для студентов. Он нацелен на создание отдельной торговой площадки, на которой объекты будут доступны в аренду для студентов по всему миру с помощью нескольких щелчков мышью, наиболее экономичным способом. Объекты сдаются в аренду студентам на самых доступных условиях, что делает их учебу удобной и без большой нагрузки благодаря долгосрочной аренде. Студенты будущее будущего. Команда Home постоянно работает над улучшением жизни студентов, делая их мирным и экономически эффективным. Одна платформа, чтобы помочь студентам найти свой дом в несколько кликов, способствует экономически эффективной жизни для студентов. Многочисленные дополнительные коммунальные услуги работают на основе системы начисления баллов для лояльных держателей токенов. Прозрачность в каждой транзакции. Первый в мире токен RC20 в сфере недвижимости. Это вот такие вот плюсы нашей платформы. Основной девиз Homed – создать лучший мир без границ и стать инструментом формирования будущего завтра студентов. Вирус короны COVID-19 захватил весь мир с помощью выкупа, и Homed стремится внести 1% средств, выделенных на лекарства для таких затронутых студентов. Прозрачность. Homed обеспечивает высочайший уровень прозрачности, при котором данные об имуществе, принадлежащем Homed, должны отображаться на сайте, а также публиковать повышенные ценности и оценку внутренней стоимости каждого токена. Будущие инвестиции в недвижимость. Торговая площадка Homed – это центральное место, где студенты могут найти удобное для своих студентов жилье в аренду из объектов, перечисленных сторонними владельцами. А объекты, приобретенными компанией и владельцы токенов, будут иметь право на размещение дополнительных коммунальных услуг в различные сторонние торговые точки. Так, особенность. В отличие от традиционных токенов криптовалют, которые действовали как метод оплаты, либо как служебные токены, Home Token играет важную роль в приобретении имущества для компании и для компании. Прозрачность данных. Все мои транзакции, происходящие в экосистеме Home, развернуты в прозрачной цепочке блоков, обеспечивая прозрачность и возможность аудита и доверия. Надежные и регулируемые. Home регулируется региональными мировыми финансовыми органами, а его материнская компания является ведущей компанией по приобретению, развитию и распространению недвижимости. Ну, такие вот проблемы мы можем решить. Компания поможет решить для студентов. Это аренда комнаты или место для проживания является очень беспокойным процессом для студентов. Home предлагает универсальное предложение, благодаря которому студенты могут легко арендовать жилье по разумной цене. Нет внутренней стоимости традиционных валют и способов оплаты, например, жетонов и монет. Токен Home имеет внутреннюю стоимость, полученную от принадлежащих компаниям базовых активов, недвижимости и операций аренды. Роль третьих лиц и гонорар. Homed исключает посредника, позволяя осуществлять транзакции на основе интеллектуальных контрактов, не заслуживающие доверия. Это только несколько проблем, которые мы решаем.
Наша команда. Такое вот распределение токенов.